Доброе время суток всем, кто у нас сегодня смотрит. Сегодня у нас обзор отеля, который называется Сиде Премиум. 5 звезд, Турция, Сиде. Вот так он выглядит при входе. Мы здесь покажем, где находится ресторан, хамам, потому что мы вчера тут вообще заблудились. Здесь такие, извините меня... Коммуникации. Да не говори. Здесь такая кресло-качалка. Заходим, у нас здесь встречает вот такой турникет. Турникет. Раз, оп. Проходим. Здесь у нас слева ресепшн. Вот это все лобби-бар. Посмотрите, какая красота, правда? Вот там вот слева, вот там слева. Ой, справа будет вход в баню хамам. А вот здесь от ресепшена мы пойдем в ресторан. Поворачиваем направо. Здесь сразу у нас будет бар, который относится к лобби. Wi-Fi, кстати, ловит по всему отелю, по всему территории. Очень отлично. Wi-Fi. От него мы поворачиваем вот сюда к лифту и спускаемся на 2 этажа ниже. Можно пройти пешком. Давайте с вами пешком пройдемся. Но если вы поедете, то поедете надо будет на -2 нажимать. Здесь какая красивая перила. Шикарно, да? И вот когда мы спускаемся уже на -1 этаж, запомните, -2 этажа от лобби. И сразу вот налево у нас идет ресторан, а направо дверь. Выходим. И здесь у нас будет парикмахерская сразу. Кто хочет подстричь там или косички заплести ребенку. Дальше магазинчики. Открыточки тут. И выход у нас идет уже бассейном. Также рядом с парикмахерской есть вот такой мини-клуб, который работает с 10 до 12 и с 14.30 до 17 часов. Здесь время указано. Вот так отель выглядит вечером, когда уже стемнеет. Посмотрите, красота какая. Это большой бассейн. Здесь, кстати, у бассейна есть ступеньки. 19 градусов вечером. Сегодня у нас 18 марта 2019 год. Днем было +21. Тепло. Мы загорать ходили. Здесь у нас это поменьше бассейн. И горки. Кто любит горки? Вот здесь их 4. А, там та, которая подальше, она тройная. Так получается 4 горки. Очень красивый отель. Здесь рядом у бассейна есть бар. Написано Сиде Премиум. Очень красиво все в подсветках. Здесь идет мостик. Очень понравился отель. Для совсем маленьких есть вот такой еще бассейн, один малюсенький. Ограждение вокруг него. И вот такая горочка небольшая. Вокруг тоже все лежаки. Лежаков очень много.
всем хватает. Напротив, вот сюда. Идем все прямо. Почему мы показываем? Потому что мы вчера блудали 3 раза. Так не могли найти. Потом только, да, мы уже нашли с подсказкой. И поворачиваем налево. Вот здесь будет висеть этикетка. Спа. Что-то там еще. Фитнес и еще что-то. Ну, в общем, там бассейн. Там хамам, там спортзал. Все, идем прямо, налево и прямо. Тихо. Вот здесь будет написано блок Б. Мы идем до блок А. Здесь вот такая красота у нас. Пойдемте, пойдемте. Что там? Океан. Там океан, там уже бассейн. Кстати, бассейн подогревается в помещении. Здесь такая красота, посмотрите. Мы идем все с вами прямо. Вот здесь будет такая вывеска. Вот смотрите, блок А. Поворачиваем направо, и сразу будет лифт. И нам надо 3 этажа, это минус 3. Минус 3. Вместимся. Папа, ну заходи. Минус, так, минус 3. Вот прямо здесь написано спа. Кстати, здесь везде все написано. Здесь вот такая красота. Это на тот случай, если вы не знаете. Надеюсь, мы сейчас приедем. Мы точно приедем. Это не как мы вчера блудали. Подземелье поехали. Подземелье, да, да, все, вот стена. Вот шахту. Он, смотрите, спа. Приехали. Выходим. Надо именно на тех лифтах, где написано спа. Да, тут мы вчера вообще просто заблудились. Выходим и налево. Ну все, мы пришли. Здесь мы отдаем карточки. Карточки нужно получить на ресепшене. И здесь мы получим сейчас полотенце. Вот такие карточки отдаем и получаем полотенце. Вот у нас 4 карточки. Так, 4 полотенца. По 4 карты, 3,5. Здравствуйте, 4? Так, 1, 2, 3, 4, все. Все, и идем мы вот сюда. Давай сначала пойдем туда, пойдем. Давай сначала вот туда. Ты хочешь бассейн показать? Я хочу бассейн показать, а потом к вам сюда приду. Пойдемте бассейн покажем. Мы сейчас туда пойдем. Так, сами знаете, да, что показывать нельзя ни в купальниках, никак, поэтому сейчас я посмотрю. Или покажу такой момент, чтобы где там никого не было. Уголочек, чтобы, ну, не было в купальниках. Вот здесь вот так поднимаетесь по этой лесенке. Сейчас посмотрю. В общем, здесь вот так. Так, здесь вот тут туалет, кто хочет. Так, полотенце, да, есть только... Вот сейчас мы сходим в хамам, они уже будут сырые, мы также приходим, их сдаем и берем карточки обратно. Здесь можно хоть несколько раз в день так делать. Ну все, идем в хамам. Вот сюда заходите в хамам. Показывать не буду, потому что раздетыми нельзя. Покажу единственное, здесь вот 2 сауны. Одна сауна и 1 биосауна. Здесь у нас парилка. Так, сейчас люди зайдут, и я покажу, где дверь у нас идет в хамам. Так, сейчас люди уйдут, потому что сами, да, знаете, что нельзя. Все. Сейчас Ангелина убежит тоже. Давай, давай. Так, все, вот там у нас хамам дверь.